Надо ли укрывать виноград на зиму? В связи с изменением климата, потеплением его, считаю, что обрезку большинства культур, особенно теплолюбивых, надо проводить поздно весной, после минования угрозы заморозков. В первую очередь относится это к винограду и персику. Если сравнить эти две культуры, выясним, что это братья-близнецы. Любят тепло, солнечный свет, мало требовательны к влаге, практически засухоустойчивы. Что в условиях жары и безводья немаловажно. Не требовательны к качеству почвы. Даже принципы обрезки у них одинаковы на плодовое звено или плодовую пару. Сопоставимы зимостойкость и морозостойкость этих двух культур. Примерно минус 23, минус 25. Хотя, конечно, есть и чемпионы. Успешно персик культивируется до широты Курска. Это большая половина европейской части. Но вот укрывать персик, как виноград на зиму, нигде и не пытаются. И вот хочу задать вопрос. Нужны ли в этих районах вот эти совершенно ненужные работы по укрыванию? И что вот эта укрывная культура винограда дает? Вернее, что отнимает? И нужна ли она вообще? Как раз в это время, конец октября, начало ноября, начинается самая тяжелая работа на винограднике. Укрытие от морозов, которых зимой в последнее время и не бывает. Зато весной, после того, как лозы откроют, вывесят на шпалеры, мороз тут как тут. Осенью перед укрытием лоза обрезается, чтобы меньше площадь укрытия была. Почек, соответственно, меньше. И постепенно начнут они набухать. И не только потому, что в укрытиях теплее. Зимы сейчас стали теплыми. И вот это все приводит к тому, что при вывешивании на шпалеру почки эти уже находятся в рыхлом состоянии. И несколько дней тепла, а тут Дедушка Мороз в марте и в апреле. И чешут маэстры тыквы. Мороз съел урожай. А если еще влага в укрытиях попала, то вымокнут или выплюют почки, как дважды два. Ну и мыши постараются картину дополнить. В итоге укрытие не укрытие, а ловушка для лозы. А потом начинается, я не знаю, как это сказать, может быть, адский труд. Обломки, первая, вторая, третья, подвязки, первая, вторая, третья, прищипки, щеканка, прореживание листьев. Некоторые мудрецы, ну там у них 5-10 кисточек, они и ягоды выщипывают. Ну да, вот когда тут сотни тысяч этих кистей, пойди повыщипывай. Это так у меня осталось уже, все руки не доходят. Но дело не в этом. И так все лето. Вот идет это колочение вокруг, или колотнеча, вот так будет правильно сказано. Ну а потом стоят выпятую грудь колесом, многочисленные балбесы Ютуба. А как по-другому их назвать? Ну Иванушки. При максимуме усилий, большом труде, затратах денежных. Ну плюс еще многочисленные химобработки пестицидами. И сера, и медный купорос – это пестициды. И все это сказывается, в конце концов, на здоровье. В первую очередь, вот этих мудрецов. Ну, говори, не говори, это как об стенку горох. И в результате мизер получает сущий урожай. Чешут языками, славоблуют.
пересказывают довольно бестолково то, что тысячи раз обсосано в многочисленных справочниках. И все это на фоне пустых кустов, листвы, урожая нет, или там 5-10 кисточек с разных сторон. И оттуда зайдут, покажут, и отсюда. Вот посмотри, какой я мастер. И внимают этим балбесам миллионы зрителей. Эх, страна дураков. А как надо? Об этом я расскажу во второй части этого видео. Всего вам хорошего. Смотрите полезные видео.